Добрый день, дорогие друзья, дорогие организаторы и участники фестиваля «Открытая Евразия». Хочу выразить огромную благодарность организаторам фестиваля за проведение такого грандиозного мероприятия, где мы, писатели со всех уголков мира, имеем возможность познакомиться с творчеством друг друга. Меня зовут Любовь Мослий, я одесский писатель и поэт, родом из Украины, проживаю в Соединенных Штатах Америки. В конкурсе «Суперкубок 2023» я участвую в номинации «Детская литература». На конкурс я подала фантастическую историю «Остров украденных звезд» из серии «Даниска в волшебном мире океана». Я знаю, что многие из вас не знакомы с этим произведением, поэтому я позволю себе представить вам его героев. Мальчик Даниска спасает маленького китенка. Он называет его Китуськой. С тех пор они становятся неразлучными друзьями. Благодаря такому другу, который знает обо всем, что происходит в мировом океане, Даниске повезло побывать в его самых таинственных местах. И там с Даниской и Китуськой приключились самые невероятные фантастические истории. Они попадают в розовый городок, где спасают принцессу солнечных лучей от монстра черного хамелеона и освобождают город от вечной темноты. В Синегороде они побеждают ведьму песчаную львицу и спасают людей от города. Также в этом городе они спасают принцессу Златослезку от ведьмы, которая с помощью волшебных слез принцессы хотела завладеть ее телом и выйти замуж за ее принца. Они попадают в город великанов, где освобождают русалочку от рук длинноноса, который хотел завладеть ее волшебной чешуйкой, чтобы творить зло на белом свете. В истории «Остров украденных звезд» Даниска попадает в волшебный замок счастья, который находится в параллельном мире. Он спасает звезду счастья от Длиннорукого, который не любит радость и веселье, и хотел завладеть звездой счастья, чтобы погрузить весь мир в печали и горести. А также в замке счастья Даниска помогает принцессам-близняшкам вырваться из склепа замка, где их держал Длиннорукий, и вернуться в свой мир. Я очень рада, дорогие друзья, что мое произведение так высоко оценило жюри конкурса, и я стала финалистом этого конкурса. Надеюсь на последующую удачу. Желаю вам, дорогие друзья, творческих успехов и мирного неба над головой. Всего вам хорошего. До свидания.